Очень люблю этот летний пирог с поджаренной в масле корочкой. Готовлю его в сковороде. Для теста нужно всего одно яйцо, мука, молоко, сахар и смородина. Я использую черную и красную смородину. Вообще в природе существует более 200 видов смородины. Родиной смородины считается Азия. Из-за того, что впервые смородину стали выращивать при монастырях, раньше ее называли монастырской ягодой. Ягоды смородины обладают массой полезных свойств. Они даже выводят радиацию из организма. В моем рецепте тростниковый сахар и мука грубого помола. Но вы можете также использовать муку тонкого помола и обычный белый сахар. И будет даже вкуснее. Когда верхняя часть пирога пропарится, его можно перевернуть. Сковородку надо обязательно помыть от прилипших к ней ягод. Смазать маслом и посыпать сахаром. Когда сахар растает, он растечется тонким карамельным слоем по уже верхней части нашего готового пирога. Остужаем пирог в сковороде, накрыв хлопковой тканью. Украсить можно орехами и свежей смородиной.